Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне. Я вас сегодня так рассмешу. Будете смеяться так же, как я. Я уже минут 10 смеюсь, еду в машине, везу козла Маське. Мне сказали полгода козлу. Он рожден в конце марта. Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. 6,5 месяца козлу, представляете? А я еду и думаю, 6,5 месяца козлу. Как же я его, куда же я его поставлю? Это же надо, чтобы он же все разнесет мне. Он же там это вот, хожу, смотрю, вот это он дверку сломает. Вот это вот надо подпереть, вот это надо по-другому переделать. Он же там все разнесет, он же полгода козел. Говорят, полгода же кроет козел и все. Тем более он сын Виста. Виста видели, хороший, прям козел, прям настоящую. Не могу понять. У него мама, по-моему, была камерунская козочка. Ощущение такое, что камерунский козлик. Но если, конечно, он правда может покрывать, то родятся маленькие козочки. Вы знаете, мне очень нравятся маленькие козочки. Маленькие козочки лучше, чем большие козочки. Они едят меньше и молока меньше дают. Они, ну вот, они такие, более такие домашние животные, маленькие. Я, кстати говоря, насчет камерунских козочек очень давно уже думаю. Потому что мне молока не надо столько много. Как-то они меньше в туалет ходят, меньше кушают, меньше молока. И вот это все для меня, это все поменьше. Потому что некоторые говорят, вот корову заведете. Ни за что в жизни корову, она же большая. Это первый недостаток у коровы. Второй недостаток у коровы, у нее много молока. Третий недостаток у коровы, у нее нету горошков, у нее лепешки. Так шлеп, лепешки, это все жидкое, и это все много убирать. Поэтому коза это идеальное, конечно, животное. Камерунская коза еще более идеальное животное. Ой, вот это вот, кстати говоря, если вы смотрите немножечко в окно, это дачное общество напротив нашего раздольного. Это считается садовое общество «Медик». И, в общем-то, здесь люди, конечно, живут зимой. Не все, но зимой живут, и, в общем-то, у них тут очень маленькие участки, прям вообще крошечные. Тут я не знаю, как жить. У нас деревни не так все равно. У нас все равно по 15 соток у людей, по 10. В 10 и то это не 6, понимаете? Это мало того, что тут у них по 6 соток, у них тут еще и... Кстати, построите на 6 соток, и что, на огород ничего не останется. У них тут прямо вот все налеплено, никаких проулков, ничего. Все, каждый метр, каждый сантиметр, все это прибрано к рукам. Не то, что у нас просторы, конечно, да. Но, с другой стороны, здесь и дешевые дома, дешевле намного, потому что это же не ИЖС, поэтому здесь вот, кто хочет, например, дачу, близко с городом, это очень... Ой, поворачивайте маленечко, ладно. Сейчас приедем домой, я вам его покажу, видите? Там. Гоша! Гоша! Ты где, Гоша? Ну-ка, подождите-ка. Смотрите, его вообще не видно. Гоша! Гоша! Не видно его. Ладно, сейчас приедем. Пойдем, я тебе кого покажу. Я везу Маське козла. Хочешь посмотреть? Ой, я ее зачем его взяла? Это мой маленький. Ты какая. Да он вообще крошечный. Да почему у него тут какашки такие жидкие? Так он не растет, он поэтому. Боится, нет, он. У него. Смотри, он поэтому такой маленький. Ему полгода, представляешь, а он такой маленький. Что-то с ним не то, наверное. Как бы он чем не заразил нас. Видишь, что? Паразит. Смотря чем кормят, наверное. Ну полгода вообще не может быть такой маленький козел. Да. Чем зачем его взял? Такого взяла? Ты, я думаю, подумала, понюхает. Может, хотя бы, конечно, он ее не покроет. Конечно. Ну. Ты его взяла погуляться? Просто. Ну да. Так только попробуй. Сейчас тебе обдрыщу. Только попробуй. Ну что, все, напачкал. Ладно, поедем мы быстрее домой. Эх ты, козел называется еще. Вася, прости меня, пожалуйста. Вот такого жениха только тебе нашла. Мася. Ну вот, давай, открывай. Убери ноги. Мася, ноги убери. Мася.
Ноги убери, Мась, ноги убери. Давай. Ну. Ну что, кто кого будет дал это, подать? Мась, не обижай. Это твой жених. Жених будет есть. Пошел кушать. Мась, прости. Другого не нашла. Ну, смотри, бодает тебя. Характер у него. Милый. Я такой торчит у него. Он не боится тебя, Мася. Хвостом виляет, как будто у него охота. Ну, у тебя какашки-то на хвосте. Эй. Ну, хоть поиграетесь, повеселитесь. Мася. Мася. Я какой-то одела ему ошейник от куртки от своей. Без ошейника козленок ходит. Слушай, ты это... Нет, у него рога. Ты не забывай. Яша, и то в прошлом году был больше в два раза. Да, Мась? Ну, а где другого-то? Не могу найти другого. Где другого-то взять, а? Смотри, он тебе еще глаз может выткнуть своими рогами. Ты смотри, Мась, осторожно смотри. Ну, так с характером. Товарищ. У него там, по-моему, третий рог. Ну-ка. Ну-ка, стойте. Это тут что такое у тебя? Вот это что такое у тебя? Вот это что такое? Третий рог какой-то. Ну-ка, что это такое? Мась, ты смотри осторожно. У тебя. Нет, тут что-то было, не знаю. Что-то такое, пластинка какая-то. А как третий рог, представляете, вот здесь вот. Или обезроживали, опять выросли, что ли. Ничего не понимаю. Вообще-то, конечно, мне бы вас рассадить. Вот. Ну-ка, тихо, тихо, тихо. Ты его задавишь так. Конечно, она сильнее 100 раз. Ну, это опасно, рога все равно. Ну-ка. Мне не нравится их настроение. Это уже не игрушки, по-моему. Так, ну все, не надо, ля-ля. То ли к индюкам его. Ну ладно, оставлю у индюков вот здесь его. Здесь он вообще нигде не вылезет. Индюкам все равно спать сюда. Можно вообще-то, конечно, его и в сарай. Ладно, пусть пока здесь посидит. Мася, твоя какая задача? Тебе надо прийти в охоту, поняла? Поняла? Тебе надо прийти в охоту. Закрутить хвостом, закричать. Чтобы все у тебя там набухло, набрякло и все. Вот так вот тебе надо. А покрыть он тебя все равно не сможет. Ну и, наверное, и в охоту ты от него тоже не придешь. Потому что он абсолютно не воняет.
Ну что делать с тобой? М? Ладно. Завтра будете гулять вместе. Я боюсь, вы будете бодаться. Что ты хочешь? К нему хочешь, что ли? Ну, нюхай, ладно, подумай. Тебе ночное размышление. Ну, вы, пожалуйста, напишите, что делать-то мне. Такой маленький козлик. Но она ничего, вот ему... Я не знаю, то ли они играли, то ли они дрались. Смотри, ой, ноздри вытягивает. Ей все равно как бы запахло, по-моему. Ноздри вытягивает, да, Мася? Так, ну вот, выкладываю вам, скажите, что мне дальше делать. Вместе, конечно, опасно с рогами, но она интерес проявила, потому что вот ей хочется к нему пообщаться. Хоть маленький он все равно. Ну все, пишите, пожалуйста, комментарии, заходите почаще в гости. Пока-пока.